И догадается человек, что тут мы делаем. Это большая, на метр полтора, два в диаметре, шапка мономаха, залитая водой. И нужно привязать ведро, чтобы один и тем же ведерком пользовался. Ну вот Владимир Пащенко сейчас делает дырочку, чтобы веревочку туда пропустить. А то чем попало черпают. Мы даже не знаем, сколько войдет здесь воды. Вот это да. Ну толщина, то есть миллиметра 3-4. Да. Рядом малина, красные цветочки, называется татарское мыло. Мы в лагу его рвали и руки мыли. Пена из него идет, но, видимо, мой. Почему татарское, ничего не знаю. Видимо, как-то связано это с татарами. Никак? Все, не надо больше, а то сверло и все посадишь. Веревочку туда, давай, просовывай. Чтоб соблюдали чистоту. Ну и еще раз. Для чего? Чтобы соблюсти левитом 10-10. Чтобы отличали чистое от нечистого. Лезу чем попало. Это чистое ведро, которое у нас там в баке было. В лагере. Ну, кое-что мы оттуда взяли. Все. Успокойся на этом. Напильничком подработай. Да и не надо ничего. Затыкай. Привязывай. А ты знаешь, привяжем потом. Иди в воду запусти сюда. Приехал Василий, все помогают нам. Там колышек, чтобы не было, иначе она ломает его. Хватает, главное, шланга до сюда. Все. А что, не хватает что ли? Да, немного не хватает. Да как он не напрямую, потому что идет. Отличайте чистое не чистое, священное от несвященного. Иди, пропусти его по прямой под эту. И оно должно хватить. Вот у нас это наблюдалось, мама стирает, а потом такое, что к лицу, там платочек, полотенце, что-то хлеб чем накрывают. Вот она это отдельно, а потом мы из кружки поливаем чистой водой, а она: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И мы так усвоили. Вот в баню сходил, помылся, приходишь, баня — это нечистое место считалось, нечистое. Ну и сразу моемся, лицо моешь, грудь, крестик, и крестик целуешь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Из бани и ополоснуться водой. Это крепко сидит. А скажет: да это в чаше моет. Ну, моет в чаше, да. Ну, немножко так. Давай. А, подержать? Ну, давай, давай, я подержу. Давай. Комарики, мошки, никакой роли не играет. Все же это безопаснее, чем в самолете лететь. На! Держи, я буду тут держать.
15. Воду тут держать нельзя, ладно. А почему нельзя? Потому что 13 лет тут колодец закрытый был, и могло что-то попасть туда. И батюшка сказал, не пейте, пока не прочистите. А чистить осенью надо. Ну и вот так. Тут надо гирю какую-то привязать. Вот сюда вот. Перекинул ее петельки это, и она будет держать. Да она просто насос повыше поднять. Я его пониже опустил. Тут Галя всю воду выкачала, когда стирала вид. Ну все прям выкачала. Ну конечно, мне пришлось опустить ниже. Как теперь его не привязать, то руку освободить надо. Подержи одной рукой. Сейчас надо заполнить. Вот. Привязать. Может даже на два угла, потом развяжем. Вот так. Тут вот это не очень так. А может тут и гальянов запустить, эти вот смотреть. А? Не знаю. Он сейчас наполнится, лишнее вытечет. Она не будет до конца, тут где-то она протекать будет. Вот тот шов, похоже, он не очень сваренный. Нормально. Вот это вот, да, сваренный, да? Хороший, да. Вот сейчас она пенку всю эту снимет, уйдет. Надо что-то привязать. Если хочешь, все, выключай. Поставь, положи его туда, не урони, на это. И держи.